Испании на видео зафиксирован очередной неопознанный летающий объект. Авторами уникальной съемки стала компания туристов. Уфологи констатируют, такого они еще не видели. Трасса. Мимо на бешеной скорости проносится автомобиль. И только местному туристу удается заметить в небе рядом с облаком некое странное движение. Над придорожной рощей в сотни метров над землей завис неопознанный шарообразный объект. Его можно было бы принять за тень, но тень не обладает такой четкой формой, уверяют уфологи, и тем более не движется так осознанно. Предмет явно балансирует между небом и землей, а, как показало время, между жизнью и смертью. По крайней мере, именно так интерпретировали испанские уфологи дальнейшее развитие событий. Коллапс НЛО сопровождался мощным выбросом энергии, направленным на его полное самоуничтожение. Очевидно, по этой причине на Земле в предполагаемой зоне падения объекта не было найдено ни одного его фрагмента.